Здравствуйте. Ну, сегодня покажу вам первое сигнальное плодоношение новиночки. Это сорт ремонтантной малины Дельнива. Вот. Она была посажена в прошлом году осенью. Сейчас вот выдала первый сигнальный урожайчик. Значит, ну, кустики получились невысокие. Около где-то метра высотой всего-навсего. Ну, такие коренастенькие. Значит, достаточно шиповатые такие стволики получаются. Вот. Есть такие колючечки остренькие. Ягодка. Собственно, сейчас трудно судить. Крупная, не крупная. Много, немного. Ну вот так вот она выглядит. Значит, сейчас ее отделяется. Сносно. Вот. У меня она не подвязанная. Просто как есть, так и растет. Вот так вот она. Дельниво выглядит. Вот. По вкусовым качествам сладкая. Вот. Ворсиночки даже вот такие вот есть на ягодках. Вот. Вот такой у нее цвет красивый. Это вот уже переспевшая будет ягодка. Ну, собственно говоря, вот такая вот красота. Первое впечатление. Такое двоякое, непонятное. Ну, кусты вот отдельные вот так вот стоят. Вот еще совсем зеленые. Вот. Вот так вот стволик начинает набирать окраску. Вот так вот много, значит, ягод набросано. Следующий год, конечно, будет гораздо красивее. Гораздо красивее. Кусты станут мощнее. Разрастется корневая система. Вот, ягоды, думаю, будут еще крупнее, чем эти. Хотя эти тоже такого приличного размера. Грамм так по 5-6, я думаю. Форма у него классическая. Вот, классической формы. Пока блеска я не вижу. Ну, скорее всего, все впереди. Вкус, да, такой гармоничный, сладенький, не приторный. Вот, тоже очень важно, когда слишком приторный, плохо. Малиновый аромат вот стоит. Будем наблюдать. Но мне сорт понравился. Дальнейшее покажет время. Спасибо, ребята, что досмотрели до конца.